Три симпатичные девушки в шикарных шубах, они думали ее и ничего не подозревали, а надо было выяснить, какое из трех меховых изделий теплее. Алена, Инна и Наталья – фотомодели. Демонстрировать блеск и роскошь меховых изделий им не привыкать. Но, на наш взгляд, хорошая шуба – та, что не только красит своего владельца, но и согревает от холода. Можно сколь угодно долго изучать и рассматривать мех, выясняя его морозоустойчивость, но окончательно понять, насколько шуба теплая, можно только оказавшись в условиях российской зимы. У девушек под шубами ничего не было. Совсем ничего. Готовы позировать перед объективом, но как только они... У нас якобы что-то случилось с аппаратурой, и девушек попросили подождать. Я замерзла, я сейчас уйду отсюда. Давайте работу. Просто тепловизор, установленный в морозильной кделе, отлично сохраняют тепло. Но это совершенно не значит, что все об эксперименте для липовой фотосессии красавицы выбирали себе шубы исключительно по внешнему виду. Трее, чем прикрытые шубой... Первой не выдержала Наталья. В шубе из бобра она продержалась на холоде. Следующей сдалась Инна, одетая в шубу из красной лисицы. Ее время 10. Алена, согретая длинной норковой шубой, стала победителем нашего эксперимента. Алена, ты продержалась дольше всех, поэтому эта шуба остается тебе. Спасибо. Замерзли какие части тела в основном? Ну, ноги, наверное, и руки. Ну, конечно же, лицо. Все, что не прикрыто шубой. Красивый и теплый приз победительницы эксперимента предоставлен компанией «Меховая радуга». Телефон 41 444 61. Сайт m-radugo.ru.